У бизнесмена появилась свободная минутка, и он решил прогуляться по берегу реки. Идет и видит около лодки, отдыхает рыбак и курит трубку. Он удивился и решил подойти к нему. «А почему ты не ловишь рыбу?» – спрашивает бизнесмен. «Ну так наловился уже», – отвечает рыбак. «Ну а почему ты не наловишь еще больше рыбы? А что мне с ней делать?» «Ну как что? Заработаешь больше денег, купишь себе мотор на лодку, нейлоновую сеть, новые удочки, сможешь заплывать дальше, ловить больше, ну и зарабатывать, соответственно, больше. И вдруг, гляди, станешь таким же богатым, как и я». «А что потом?» – отвечает рыбак. «Ну а потом ты по-настоящему сможешь наслаждаться жизнью». «Хм!» – ухмыльнулся рыбак. «А что я, по-твоему, сейчас делаю?»